Государственная корпорация ВБРФ заинтересована в реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Приморского края. Об этом заявил ее председатель Игорь Шувалов в ходе двусторонней встречи с губернатором Олегом Кожемяко. В начале диалога глава региона поблагодарил Игоря Шувалова за участие в создании инфраструктуры дальневосточной столицы к саммиту АТЭС. Сейчас же, по словам Олега Кожемяко, те проекты, в которых участвует ВБРФ, это в частности создание объектов транспорта туризма, имеют огромное значение для Приморья. Вы как глава банка, внешнеэкономического банка, одного из, наверное, таких ключевых банков по развитию нашего государства, то же самое, значит, очень, оказывается, сильное влияние на развитие инфраструктуры, на развитие туристского направления, финансируя такие объекты, как аквапарк, финансируя объекты инфраструктуры, вот, то есть транспорта. И, безусловно, для нас это имеет огромное значение, потому что тот поворот на восток, который прошел по поручению президента, он действительно здесь, в Владивостоке, выявился в самом, как говорится, лучшем виде. Игорь Шувалов отметил, что прибыл в регион вместе с командой для проработки планов на ближайшие годы, чтобы воплотить в жизнь тезисы, озвученные президентом Владимиром Путиным в своем послании. Президент выступил с посланием, поставил очень серьезные задачи на предстоящие годы. Мы ожидаем все, что будет вот-вот подписан соответствующий указ, наверное, это будет в мае, или когда решит президент, по обновленным целям развития. И мы вместе с командой ОСИ и наша команда ВЭБ и все организации развития хотим к этому периоду быть уже полностью готовы с обновленной стратегией ВЭБа и быть готовыми начинать стартовать и даже сейчас не останавливаться по тем проектам, которые наиболее важны для Приморского края, для Дальнего Востока в целом. Отдельно Игорь Шувалов остановился на порте Суходол. В этом году он планирует выйти на проектную мощность. Руководство компании представило перспективные планы развития, включающие обустройство поселка на 7-8 тысяч человек. ВБРФ готов включиться в его создание. Кроме того, корпорация готова включиться и в другие проекты, представляющие интерес для Приморья и Дальнего Востока. В частности, важным проектом, который уже успешно реализуется в крае, является судоверфь «Звезда».